мы сегодня будем рисовать букет роз ватными палочками. Вот так по спирали дети будут водить, пятна краски, и получатся розы. А чтобы дети правильно распределили букет, я дам вот такой кружочек. У нас здесь много роз, и они мелкие. А вот здесь у нас будет меньше роз, но зато они будут крупные. Вот посмотрим, как получится. Друзья, здравствуйте! Хочу вам показать эффективный и очень красивый способ, как рисовать розы ватными палочками, ватной палочкой. Я вот в разных вариациях выложила белую краску, какую-то такую розово-сиреневую, красную, вот яркую розовую, здесь желтую, оранжевую, красную, здесь просто белую и розовую. Можно выкладывать как хотите, розы получаются разные. Вот, но белая краска должна быть всегда. Мы берем ватную палочку и из серединки начинаем рисовать. Смотрите, как здорово получается. Значит, серединку мы рисуем просто по спирали, а уже к краю можно вот делать такие вот извилинки. Если что-то не понравится, например, захотели поярче, да, всегда можно взять и добавить какие-то детальки. Дети вот сделали, распределили розы и закрашивают вазочку. Да, Макс, ты можешь прям вот отсюда взять еще синий и вот здесь потемнее сделать. Покажи, покажи, пожалуйста, Гордей. Правильно. Тихо, тихо, Свет, сейчас я подойду. Вот сюда побольше синего добавь. Дети заполняют листиками, зеленью между кружочками, в которых будут розы. Заполняют, вот здесь очень красиво, листву делают. Мы делаем теперь зеленые листики между кружочками розочек. У тебя очень хорошо, у тебя даже вот желтый уже, мы сейчас будем это делать, а у тебя уже появился. Так, кто разговаривает? Вот, между кружочками роз все заполнено. Дети ватными палочками рисуют розы. Вот, посмотрите. Давай, давай, крути по спиральке. Еще в центр, еще раз поставь. И еще раз по спиральке. Вот так. Ой, какие интересные розы. Здесь какие-то розовые, светлые, а какие-то красные. Как интересно, оказалось, что детям по спирали не всем привычно работать. Молодец, молодец, Яночка, да. Яна, ты можешь взять прям красную краску из баночки этой этой ватной палочкой, в серединку поставить. И давай, вот так, отлично, спиралька пошла. Ну-ка, покажи-ка. Максим, убери ручку. Отличные розочки. Ой, а вот здесь какие шикарные розы. А видишь, у тебя разного оттенка получились. И рубиновая, и алая. Я бы вот здесь еще раз прошла, а то вот в серединке как будто просто пятно, а спиральки не видно. Вот у нас получился какой обалденный букет. Ручки убери свои, ты их вымоешь. Вот здесь необычная ваза была очень. Это я сделала. Ага. Вот тут желтая была роза, решили из нее мы сделаем оранжевую. А все вазочки свои украсили по-разному. Сейчас я вот еще туда подойду. А вы можете на ней показывать для мамы сюрприз? А здесь как будто салют или из одной выходят лучики на солнышко, похоже на белоснежное. Очень красиво. Ну все, отлично. Молодец. Молодцы. Посмотрите, какие обалденные букеты. Ребята украшают вазы. Да, вот здесь у нас сердечко появилось. Да. Ну-ка, Максим, ты... Нет, Максим, мы точки ставим. Мы ставим точки.
чтобы поставить точки, палочку надо вот так вертикально держать. Не вот так ею раскрашивать. Да, правильно. Рядом с нашими красными мелкими цветочками делаем зелененькие. У Лизы очень интересные вот эти такие извивающиеся интересные цветы. Видите, какие у всех розы разные? Какие же яркие рисунки!